В 28 дворах Одинцовского округа стало уютнее. Там завершились работы в рамках программы комплексного благоустройства территорий. Выбор пал на них не случайно. Перечень составили по итогам голосования на портале «Добродел» с учетом обращений жителей, степени износа дорожного покрытия и необходимости обустройства парковочных мест. В рамках этой работы ремонтировались проезды, тротуары, размещались парковки, устанавливались новые игровые городки, воркауты, тренажеры, лавочки, фонари и проводилось также озеленение. Рекорд по детским и спортивным площадкам побит. На этот год запланировали установку 63 комплексов. Большинство из них уже радует жителей. Работы ведутся на 25 объектах. Нет вопросов по качеству. Единственный был вопрос у жителей увеличения количества лавочек на этих площадках. Мы это делаем уже за счет средств нашего местного бюджета. Где две, где три лавочки по просьбе жителей ставим. Программа губернатора по ремонту подъездов реализуется в округе с 2017 года. За это время преобразили больше половины всех входных групп, почти 3500. Основные виды работ, которые выполняются при ремонте подъездов, это замена оконных блоков, замена ремонт напольного покрытия, окраска стен и потолков, замена почтовых ящиков, замена ремонт входных и тамбурных дверей, ремонт электрики, слаботочных систем, замена светильников. В этом году в плане еще 250 подъездов. На 90% он уже выполнен. Привести в порядок осталось 24 входные группы в Больших Веземах, Звенигороде, Голицыно и Никольском. До 29 сентября работы будут завершены и там. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».